Всем привет-привет, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если меня слышно хорошо. Отлично, уже вижу, плюсики пошли. Всем доброе утро, дорогая моя команда. Это прекрасный день начался. У нас очень хорошо в Питере, у нас очень снежно и солнечно, поэтому я всем желаю отличного настроения. И каждый день несет нам новые возможности. Начинайте каждый день с этой фразы, и все у вас будет хорошо. Договорились? Так, Танюш, какое видео? Не поняла. Так, сегодня, значит, наша планерка будет посвящена блокировкам на Юле. Что делать? Я вам такую смешную картинку тут ставила, да, пожалуйста, не делайте так, потому что, к сожалению, вернуть уже ничего невозможно, все, что прошло. Но я вам расскажу, как можно это исправить. Ничего сложного нет. Вот, главное не переживать. Смотрите, значит, да. Здесь я сделала скрины со своего аккаунта вам. Ага. Так, вот на первом слайде вы видите, да, как, значит, у меня все это выглядело, когда заблокировали мой аккаунт. Что я попыталась сделать? Я попыталась вот здесь, да, немножко криво получилось, простите. Вот так я попыталась, значит, восстановить через номер телефона. И мне выдала фразу вот такую: ваш аккаунт заблокирован. Да, я попыталась, значит, дальше что сделать? Написать администрации Юлы. Да, вот дает вот такое вот окошко. Напишите нам. Ну, я уже не стала сюда вставлять скрин, что они мне написали. Они написали, ну, первоначально там, да, дайте мне свои данные. Значит, это надо было добавить туда обязательно свой номер телефона, на который был зарегистрирован аккаунт. И я отправила это сообщение. Дальше вот прошу обратить внимание, вот этот текст, да, не нужно удалять вот этот вот текст. То есть это данные, по которым они вас будут искать. Так. Сейчас вернусь назад, простите. Забыла сказать, что написали они мне в ответ, что ваш аккаунт заблокирован навсегда. Возможности восстановить его нет. То есть на тот номер телефона, который я зарегистрировала, свой первый аккаунт на Юле, да, с которого я рекрутировала постоянно, его уже не вернешь. Поэтому я вам вначале сказала, не переживайте, не рвите на себе волосы, все будет хорошо. Теперь я, значит, расскажу вам, как исправить эту всю историю, да, чтобы не переживать. Значит, дальше можно восстановить аккаунт через страничку ВКонтакте и Одноклассниках. На данном слайде я вам покажу, как восстановить через ВКонтакте. Так, вот такой запрос, да. То есть это моя страничка, которая у меня с телефона была открыта. Естественно, он на нее ссылается, да. Я нажимаю кнопку «Разрешить». Юла запрашивает все мои данные. Тут вариантов нет. Тоже нужно, необходимо будет нажать «Разрешить». Иначе он вас не пустит. Все данные разрешаем. И благополучно наш аккаунт восстанавливается. Но здесь что хочу сказать. Вот эти сообщения, да, уже которые внизу у меня, вот эти вот, их у меня не было. Естественно, я их добавила уже как будто это новый аккаунт. Их не будет у вас. Здесь будет все пусто. Да, вот только такая ваша страничка, фотография будет ваша. Ну, соответственно, здесь уже настраиваете аккаунт. Как, да, аккаунт получается далее новый. Все, что вы до этого вели переписки какие-то, да, все пропало. То есть я настоятельно рекомендую вам, когда вы договариваетесь с человеком на Юле во время рекрутирования о созвоне. А теперь я что делаю? Я теперь обязательно выписываю все в блокнот.
все данные человека, ну, кратко записываю, что я с человеком обсудила, обязательно номер телефона, время созвона или в какое время человеку будет удобно. Теперь это я делаю, вот только я с человеком начала общение, я тут же фиксирую все в блокнот. Иначе просто потеряете все данные, как получилось у меня должно было быть два собеседования с людьми, и в предыдущем аккаунте своем я их потеряла. Так. Имеешь в виду, что объявление, которое размещала. Да, Тань, то есть я на предыдущем аккаунте те же самые у меня были объявления, но это, без этого никак, объявления должны быть. Иначе вас ну, заблокируют просто, если у вас не будет на Юле объявления какого-то висеть, да? Таня, все пропадает, и объявление и сообщение, это новый аккаунт. Да, совершенно новый аккаунт, девочки, правильно. Вот, и здесь еще на правом слайде, да, вот как настройки выглядят. Естественно, ой, что-то я тут накорябала. Естественно, это новый аккаунт, новые настройки. Номер телефона не указан. Видите, да? Я не привязывала его к номеру телефона. Вот, поэтому здесь очень будьте бдительны, не всегда приходят уведомления. То есть, если у вас закрыто вообще приложение Юлы, то уведомления вы можете не получать. То есть, я без конца обновляю постоянно. Так, меня слышно? Чего-то все замолкли, пропали. Так, меня слышно хорошо все? Отлично, спасибо. Итак, смотрите, значит, здесь что хочу сказать еще, да, дополнительно ко всей информации, которую рассказала уже. Мне кажется, лично мое мнение, ну, как, скорее всего, это так и есть, да, что люди просто очень негативно относятся, как, мы, получается, да, влезаем в их личное пространство, поэтому они нажимают кнопку «Пожаловать». Пожаловаться. Вот. Ну, это пример, просто человек, с которым я не общалась, просто на ближайшем объявлении я вам сделала скрин. Вот, поэтому я поменяла совершенно свое обращение к людям, да. Вот, и здесь вы видите текст, который я стала рассылать людям в новом аккаунте. То есть, ну, так же, как и обычно, да, здравствуйте, доброго времени суток, меня зовут Наталья. Всю подробность, какие-то малейшие подробности нашего бизнеса, да, что мы предлагаем, то есть какую работу я предлагаю, да, и вот такое вот в конце дополнение. Пожалуйста, если вам не интересно данное предложение, не блокируйте, просто напишите «нет», «спасибо», то есть надо, естественно, поблагодарить, да, и пожелать всего доброго. И вот вы знаете, могу сказать, люди по-другому совершенно стали реагировать, почти все практически не игнорируют, пишут «нет», потому что я их об этом попросила, да, и ну, пока еще не было блокировок, да, никаких, то есть все хорошо, с аккаунта я успешно рекрутирую каждый день. И обязательно надо пожелать людям всего доброго, и многие люди стали вот, действительно заводить со мной беседу не по работе, а именно, ну, мы вот вам отвечаем, спасибо, но нет, нам это не интересно. Я пишу, ой, спасибо вам огромное за такой развернутый ответ, да, мне было очень приятно. И они мне стали отвечать, ну мы же не с роботом общаемся, мы же с настоящим человеком общаемся, как я могу ответить сухое нет? И вы знаете, так было приятно, так классно. Даша, а после нет ты ничего не отвечаешь? Нет, после нет я отвечаю, спасибо большое за ваш ответ, всего вам доброго. То есть люди, если сухо отвечают «нет», то, естественно, им это даже не интересно, я не буду тратить на них свое время. А рассылок делаю, ну, ты знаешь, рассылок 60 я делаю с аккаунта в день. Угу. Ну, на 60 рассылок, я могу сказать, где-то 7-8 откликов получается, но не все положительные, то есть бывают люди, которые заняты, допустим, мамочки, да, они очень долго идут на созвон, вот поэтому с ними несколько дней мы можем созваниваться. У них времени нет. Нет, даже не за раз. Это я делаю за 3 раза где-то. То есть по 20 сообщений, примерно 15-20 сообщений раскидываю за раз.
Ну, естественно, утром, днем и вечером. Ну, тут как и до этого. Да, не за что. Как и до этого я говорила, да, что, в принципе, по рекрутированию на Юле у нас очень хороший семинар Даша Дарья Самохина вела. Можно посмотреть обязательно, да, как там все это у нее очень хорошо расписано, рассказано. Так, ну здесь я, значит, как я вывожу на созвон, да, человека, я прикрепила файлик. То есть человек ответил «да» на мое сообщение. Я, не теряя времени, сразу же пишу «Ксения, отлично». В какое время, какое удобное для вас время, я могу позвонить и рассказать все подробности. То есть вроде бы и точно, да, я говорю, что я должна вам позвонить, а вроде бы интересуюсь, какое время ей удобно. Вот, ну, человек, соответственно, пишет там как-то вечерком, там или примерно после 5 обычно пишет. Ну, далее созвон по обычной схеме, собеседование. Нет, глазки не болят, только сидеть, по чуть-чуть. Получается, на самом деле объявление рассылать на Юле очень быстро. То есть вы копируете текст, и, ну, у меня получается это не больше там 20 минут, наверное. Да, даже быстрее, чем минут 10. Так, и вот посмотрите, здесь такая моя хвалилочка небольшая, то есть, да, я хочу вам показать и рассказать, вы уже наверняка все этих девчонок уже успели заметить, это мои любимые ключики, девочки, которых я нарекрутировала на Юле, вот, а Наталья Никулина и Дарья Горлинок. Да, посмотрите, то есть не забывайте про этот метод рекрутирования, посмотрите, каких замечательных партнеров можно найти данным способом рекрутирования. То есть девчонки умнички, включились в работу очень быстро, прошли тут же бизнес-школу, просто даже глазом моргнуть не успела, как они обе у меня практически в один день пришли, в один день закончили бизнес-школу, да. Вот такие классные девчонки. Поэтому такая заманиловка вам немножечко, да, на способ рекрутирования на Юле. Да, Дарья, согласна, очень классные люди приходят с Юлы. Так, ну и вот у меня, в принципе, это вся информация, которую я вам хотела рассказать. Так быстренько получился экспресс-курс. И хочу вам пожелать прекрасного дня, успешной работы. Какое чудо утром встать, включить компьютер на рассвете и день удачный пожелать друзьям, разбросанным по свету. Ведь действительно наша команда разбросана по свету, да, мы все в разных городах, настолько далеко друг от друга, но с другой стороны, мы так близки, и я даже со многими общаюсь, да, как будто бы вот всю жизнь уже знаю людей. Вот, и хочу пожелать всем минимум одну регистрацию сегодня за день, а лучше как можно больше. Поэтому хорошего субботнего всем дня и отличного настроения. Все, всех люблю, целую, до свидания.